Сегодня тестируем ножовку нашего поставщика, японский производитель. На ней даже написано, сделано в Японии. Вот сейчас покажем, как она работает в условиях леса. Бензопилу, сейчас момент не видно, Андрей. Бензопилу, когда доставать долго и тяжело. Вот, пожалуйста, работают ножовки. Ножовка раскладная. Андрей, покажи, как складывается ножовка. Вот, легко помещается багажник. Ага, вот сейчас дальше будем пилить. Давай еще раз. Потолще, десяточка. Производитель на эти ножовки дает пожизненную гарантию. Вот, ребята, пожалуйста. Причем без потери усилий. Гораздо эффективнее, чем топор. И в некоторых случаях даже быстрее. Протестирован.